От минуэта до хип-хопа. В таких ритмах прошла на сцене столичного театра сатиры премьера спектакля «Мольер». В главной роли художественный руководитель театра Александр Ширвиндт. Пьесу Михаила Булгакова «Кабала Святош» поставил Юрий Еремин. Действие начинается в эпоху короля Людовика XIV. К финалу герои становятся нашими современниками. По замыслу режиссера, булгаковский «Мольер» — это герой на все времена. У Ширвиндта он не просто знаменитый актер, великий драматург, руководитель прославленной труппы. Он прежде всего ранимый человек, переживающий сложные периоды жизни. Его история не лишена загадок и мистики, которые в спектакле поддержаны пульсирующим сценическим рисунком, меняющимися костюмами, трансформацией исторических эпох. О, муза комедии, ты на помощь ко мне спеши! Ах, легко ли, в интермедии солнце Франции мне смешить.